Всем привет, друзья, с вами Варчик. Сделал себе чайку, думаю, полистаю там видосики на ютубчике, посмотрю, что там вододельчики наши делают. На то я подписывался, не смотрю, что они там творят. Начну-ка я со вспышки, зайду, посмотрю. Зашел, ну и что-то там стримчики я, конечно, смотреть не буду, полистал, нахожу видосик. Самый последний, который был видосик, неделю назад. Смотрю. Карта LiveVox. Ну, думаю, все. Сейчас начнется. Сейчас меня научат, как играть на карте LiveVox. Ёпты масло, ну это просто пипец. Я вот думаю, кто учит танкистов ехать в город на карте LiveVox? А ну вот оно что. Это человек, который обучает танкистов ехать на тяжелых танках в город. Я тяжелый танк, я ехать домиком. Где на этой карте домики? Я ехать. Я все, я увидел, я поехал. Зачем туда ехать? Что там делать? Я тяжелый танк, я ехать к домам. И я представляю, что я нагибатор, я выигрываю фланг. Просто победа. Победил. Все. Я не виноват, что поражение в итоговый город я выиграл. Итоговое поражение. Кто-то виноват. Сейчас посмотрим. Посмотрим по карте, кто же виноват? А вон у тебя ЛТшки, я же ЛТ-вод, артовод, топ-аналитик всех тактик картошки. Виноваты ЛТшки, они там что-то не посвятили. Сейчас бы поехать в город на ИС-7 на карте LiveVox, поубивать тяжей, которые просто упоролись и сами подставились из-за того, что у них один союзник начал сливаться. Они поехали ему помогать, посливались просто в нулину на стоковых пушках. Хотя могли просто в этом бою, где играл вспышка, могли просто стоять в дефе. И никто бы город не выиграл, потому что карта LiveVox, она открытая почти вся, но сбоку есть город. Малюсенький такой город, который окружен открытой местностью. И из него выехать после победы никуда невозможно на тяжелых танках, потому что ты сразу будешь умирать от засвета. И по сути выигрыш города ничего не дает. Я это миллион раз говорил. У меня на канале, наверное, не один раз есть, можно так сказать, гайд по этой карте, как не нужно делать. Точнее, я показываю, как нужно делать. Я не помню вообще, когда я ездил в этот город. Да, в него можно поехать в этот город, но только если очень много тяжей, есть с кем туда ехать, чтобы просто настрелять кучу урона на голде по тяжелым танкам врагов. Все. Только ради урона. Побеждать бой в городе ты нифига не выиграешь. Кто выиграл железку, тот и выиграл бой на карте LiveVox. Это, блин, известно тупо всем. Зашел на вот реплейс, полистал бои. Все едут на железку, там ИСов седьмых этих море. Один вспышка приехал в город. На тебе, я тут тактики придумал, смотри. 500 тысяч подписчиков, все посмотрели, прожали лайки, дизлайков нету. Все там, наверное, думают, вот я тактику, я правильно ехал все эти 7 лет в город. Тактику вспышечка мне сделал, ух, молодец. Может, уже пора прекращать вот это тактики свои рассказывать. Зачем вообще артовод учит людей на нормальных танках каким-то тактикам? Это для меня вообще загадка. И мои подписчики или зрители, которые там мимо проходящие, что-то когда-то мне за вспышку втирали. Мол, вот мне стоит чему-то поучиться, или вот канал какой большой. А смысл, что он большой? Гайды-то фуфло. Каждый бой на LiveVox попадаюсь, сразу говорю, в город ехать нельзя. Ладно, там вспышка, ошибся, какой-то там гайд сделал, кто-то мне ошибается. Все люди ошибаются. Но беда в том, что он ошибся на 500 тысяч подписчиков. Даже 914 Twink Amway знает, куда ехать на карте LiveVox. И будучи не столь аккуратным и скиллованным игроком, едет туда, куда надо, и приносит пользу для команды. Вот такие вот дела. Столько комментариев вспышки написали под этим видео, что он не прав по тактике и бой слил он сам. Получается, что подписчики вспышки поумнее, чем он сам, будут по тактике в игре. Но я сомневаюсь, что вспышка примет эту ошибку. Если примет, конечно, молодец. Но я как не зайду на канал вспышки, то
все хуже и хуже. Это просто слепой от гордости артовод, вот в принципе и все. Даже Джоу иногда делает стримчики. Со Страйком, помню, делал стримец. Со Стенлоком делал стрим не так давно. И говорит, вот нагибаторы, смотрите, учитесь. А, вспышка. Мне кажется, пора бы уже просто кроме арты ничего не делать. Не вижу пользы от этого. С вами был Варчик, играть красиво, пока.